наша площадка, это вообще какая-то неубираемая территория. И здесь такая проходная зона, вот идут в ту сторону через светофор, и все вот мусор бросают там и тут. И... А сколько здесь обращались мамочки, которые тут вот в этих домах живут с детьми, мы даже убирали сколько раз здесь сами. И сколько они обращались, и такое положение, проблемное какое-то место, вот этот участок, который он никому якобы не принадлежит, его не могут никак поделить или кому-то его отдать. А мы с детьми, я, например, вот здесь уже редко-редко мы когда бываем, да и так, прошли мимо, сейчас он в садик ходит, а лето вот все гуляли, мы уезжали на Карла Маркса на площадь. Перед выборами у нас была встреча с депутатом нашего района. Он нам обещал, что он наведет порядочек. Ну, как видите, выборы прошли, а все осталось на своем месте.